КНДР может пополнить список стран-спонсоров терроризма. Во всяком случае, в Белом доме рассматривают такую возможность, чтобы усилить давление на Пхеньян. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Ситуацию в регионе накаляют также новости о якобы новых ядерных испытаниях. Детальнее в нашем сюжете. В Вашингтоне Пхеньяну готовят удар. Пока санкциями, как политическими, так и экономическими. Администрация Белого дома хочет включить КНДР в список стран-спонсоров терроризма. По крайней мере, это сейчас рассматривают как метод давления на Пхеньян. Мы изучаем возможность пересмотра статуса КНДР, в том числе и возможное включение в список стран, поддерживающих терроризм, а также и другие меры, с помощью которых мы сможем заставить режим в Пхеньяне сотрудничать с нами. Северная Корея уже была в черном списке Госдепа США после нападения на южнокорейский пассажирский самолет в 1988. Но спустя 20 лет президент Джордж Буш-младший исключил КНДР из санкционного списка после того, как Пхеньян согласился на проверку всех ядерных объектов. Изменить свое решение в обратную сторону нынешняя администрация Белого дома решила после многочисленных запусков ракет в сторону Японского моря, которые Пхеньян якобы оправдывает научными исследованиями. А последние ракетные испытания переполошили весь регион. В Южной Корее и Японии уже готовились к эвакуации населения. Президент сказал, что у нас есть армада, которая направляется к Корейскому полуострову. Это факт, это произошло, точнее происходит. Напряжение у берегов Северной Кореи только усиливается. В Сеуле и Вашингтоне узнали о новых ядерных испытаниях 25 апреля в день армии КНДР. Но наказать Северную Корею даже за предыдущие запуски пока не удается. Совбез ООН накануне не смог принять резолюцию. Вето наложила Россия. На это негативно отреагировали даже в Пекине. Китай всегда считал, что поддерживает единство среди членов Совета Безопасности, и единодушное решение крайне важно для того, чтобы Совет Безопасности мог адекватно ответить на любой вызов на полуострове. На фоне обострившейся ситуации США и Южная Корея решили провести совместное учение. Всего в них принимают участие около 1500 военных пилотов. Анна Ильиных, подробности, телеканал Интер.